Всем привет, ребят, с вами снова я, Ковалевский. Я, как и вы, был ошарашен последним видео Эйвона об уходе с моего сервера Радмира. Очень жаль, так как он внес достаточно большой вклад в наш сервер. Мы уже обсудили с ним некоторые партнерские моменты и обстоятельства, при каких он сможет вернуться. Но на результат посмотрим дальше, согласится или нет. Насчет видео с админами, я видел его, ситуация выясняется. А на все, что могу сказать, подпишитесь на легенду. Привет, друг, с тобой Эван. Наверное, ты не ожидал увидеть этот ролик, но это последний видос мой на Радмир МТА, и это уже окончательно. Как вы поняли, в прошлой серии я отдал свое имущество, рассказал, почему же я ухожу с этого сервера, и я оставил деньги. И именно в этом ролике мы будем развлекаться по полной, мы будем тратить деньги налево, направо, дарить тачки подписчикам, игрокам, будни привет. Короче, будет очень весело, и мне очень-очень-очень приятно. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Подпишись на канал, если ты еще этого не сделал. И мы начинаем. Ну что, пацаны, давайте я вам вкратце расскажу, что мы будем делать в этой серии. В этой серии мы прикупим пару крутых автомобилей, о которых я давно мечтал. Некоторые автомобили подарим подписчикам, сделаем большой конкурс, раздадим моим знакомым деньги, подписчикам деньги, тачки раздадим. Короче, будет очень весело, а также откроем гаражи. И поеду закину свои личные номера на аукцион. Поэтому досматривай ролик до конца. И давайте начнем с процесса покупок автомобилей и их дарения подписчикам. Это Continental и Universal CLS. Я, конечно, вас задержу еще на минуточку, но вы посмотрите, какая мемная херня произошла сегодня на сервере. Я не знаю, пиздец, что вот этот чел написал, что меня, блять, на мониторе показывают. Чего? Стоп, там реально челы есть. Я надеюсь, я успею. Давай, уже близко, давай, давай. Автомобили по классике. Думаю, блин, а у меня же еще не хватает F10. Блять! Думаю, блин, еще надо купить F10. И это будет второй видос на Радмире. Да, ваша мама и тут, и там показывает. Бля, ну это охуенно. Думаю, бля, я когда-то мечтал предложить админу, как-то, не знаю, заплатить, чтобы сделать премьеру нового ролика на этом экране. Это было бы охуенно. Получается, видос с Ковалевским еще. Легендарочка. Ну что, пацаны, смотрим последний ролик мой, где я ухожу опять с сервера. Ну, считай, ты уже моя. Бля! Ору. Это опасное, но я запрещенное тоже люблю. Все? Вырубили? Кина не будет? Ну что, заходим в автосалон, покупаем Bentley новую салона. Что-то по-мажорски, не? Ведь всегда я покупал с рук, а здесь я пошел покупать новый автомобиль. Новый Карл автомобиль. Давай сразу его покрасим. Вот такой вот. За деньги? Bentley... Ебать! Нихера себе! Рахим! 3.9, 69. Это что за такой, что за такой подгон, я не понял. Хера, давайте звук немножечко подкрутим, потому что Bentley вообще не слышно, надо благородный V8 послушать. Блять, это Clover? Это Clover? Ладно, пристегнусь. Не, Bentley вообще охеренная. Поехали, сейчас затюним, короче, ее. И оставим себе, конечно же. А вес? Вес 28, ебать. Не, давай по 20. Это тоже какой-то колхоз, я не хочу. Нет, не буду. Не хочу. Колхоз какой-то сплошной. А есть антихром? Во. Вот такой хочу. И на 33 тысячи, кстати, вышло. Нормально. Бля! Я кнопки перепутал. Сука. Так, 33 450, enter. Не перепутать, главное, все. На базу колеса. Сразу же колеса надо какие-то дорогие, охеренные поставить. А вот эти, ладно, шучу. Вот эти. И пошире. А там, если что, выноса можно поправить. 13 тысяч на базу, ляпс. Запчасти, сразу радар-детектор, стробоскопы, полицейский сигнал, пневмогудок. Не, сигнал поезда лучше. Заглушка РП, нитро. Рек-подвеска, один кон, ЭБУ. И все, да? Сколько там? 23 тысячи, еще что-то не поставил. А вот, и настройки сразу чипок сюда. Так, следующий этап... Ой-ой-ой, какой скайлайн охрененный. Следующий этап это... покрасочка. Обязательно нужна нам покраска. Будем красить в глянец. Все по-мажорному. И в конце закрепить все тонировочкой. Не, давай сначала диски покрасим черный. Вот, чтобы легче было. Оплатить. Это что у нас глянец? Нормально.
тонер бы закинуть, тогда можно было бы прям реально сказать. Вот, где-то такой цвет. Все, крась. А, подожди. Глянец. Вот. Все, красим. И цвет такой. И последний цвет у нас остался, это... Какой цвет? Тонировочка. Обязательно. Погнали. Тонировочка на базу. Я даже не знаю, как тонировать. Я же не тонирую. Ладно, давай вот так оплатим 15. Теперь лабаш отдельно закатаем. Оплатить. Все. Ема теперь стиль, да? Смотрится очень дорого и богато. Че, пацаны, новый Моргенштерн? Не, бантли очень охеренно. Очень прям заходит. Так, пацаны, ну что, время прощаться с бантли, хоть я на ней нормально накатал, но у меня теперь другой прикол. Короче, недаром же вы вступали в мою беседу в ВК, кто вступил, красавчик, кто еще не вступил, дерзайте, потому что разные происходят. Вот, есть бентли, которые мне нравятся, да, но на ней уже, в принципе, накатался. Сколько я накатал, подожди, мне самому интересно. 44 км, понял. Так как вы мне дорогие подписчики, давайте просто, я вот сейчас скриншочу вот этот скрин, кидаю в беседу в ВК и напишу, кто первый приедет, заберет эту бентли. Конечно же, все мои друзья в конкурсе не участвуют, потому что, ну, это нечестно. Ждем именно подписчика. Мы зашли в нашу беседу. Зайду с телефона, чтобы было удобнее. Да, пацаны, сори, что как бы пол одиннадцатого, но как-то так. Все, мы отправили. Я надеюсь, кто-то приедет. Давайте, если в течение хотя бы получаса никто не приедет, то просто разыграем в следующий день. Я тут, кстати, подумал, давайте, чтобы было быстрее и интереснее, ведь колокольчик тоже много людей как бы не нажимало, а нажимало там буквально 20 человек, а так я выпущу какую-то запись, и те, кто колокольчик включен, запись как бы увидит, поэтому еще выпустим, давайте записью на ютубе. Копируем, вставляем, отправляем. Я надеюсь, эта херня записалась. А если не записалась, кратко перескажу. Что происходит? Короче, перед этим Чироки боком дал прям перед Бентли. Теперь Порш перелетел. Ирочка какая-то, или как ее зовут. Я что-то дернулся со стула, я думал, это ко мне, но нет. Просто в этот же момент вот Айрон Брайан проводит конкурс. Короче, надо найти тачку в чертах города, и все здесь летают. Я пугаюсь. Ну ладно. Так, мне пишет, что чел. Надеюсь, клавиши не сломаю, пипец, надеюсь, успеваю. Что на мопеде сейчас прилетит сюда? Вы видели, как он залетал? Ты кто? Ты кто? Салам алейкум, алейкум салам. Ах, ты кто? Этот чел, который писал мне в беседе на мопеде. А, лячо за конь, охеренный, это твой, да? А, ну что, лайба твоя, как говорил. Года 2,5, мы с тобой еще на третьей смотри. А, да? Ебать. Так ты легенда вообще. Все, теперь не жалко. Ема, это чел, с которым мы еще играли на третьем сервере. Охереть, вот это земля плоская, круглая, как говорится, или маленькая, не помню. Бентли, который у меня был... Блять, он на мопеде ебашил просто в 11 часов, чтобы забрать Бентли. Охереть. Просто сейчас чел ударим 400 тысяч на ровном месте, пиздец. Надо бы что-то подешевле, не? А хотя похер. Мне жалко. Поздравляю. Вот как-то так. А, блин, родной, спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Что хотя бы кто-то приехал. Я только с ванны вышел и читаю сообщения. Бля, нормально. Всем привет, Алдамса, смотри, кто еще подписан на канал и смотрит Радмир. Если еще кто-то помнит ТСМ, то это вообще. Ну вот, все, его банили, у меня ее нет. Так, после этого я решил не останавливаться и найти Бунду и подарить ему Хуракан. И тот видос оказался настолько сочным, настолько там много интересных моментов, что я решил его сделать отдельным видосом. Он уже смонтирован на 20 минут. А давайте, если этот ролик наберет 100 лайков, то прям сегодня его публикую. А если не набирает, то буквально в ближайшие дни. А если быть точным, то завтра-послезавтра выйдет еще ролик, где я буду дарить Бунде Хуракан. А чтобы вас заинтересовать, чтобы вы поставили лайк, вот вам маленький прирол. Один в один, просто один. Выходи. Привет, легенда. Салам!
А вот этого знаешь? Или этого в костюме? Кто такой? Так ты Акна там. У меня, короче, есть для тебя подарок. Слово пацаны. А слив сколько? Я сейчас всем в ВК напишу, что ты мне подарил. Слушайте, отворите уже. Давай. Акспит, салам алейкум. Мне Эван на сервере. Он мне подарил Хуркан. Извини, Эван. Профессии кем? Профессионалом. Я люблю Хуркан. Да. Да. Это моя мечта. Да. Йоу. Да. Пошли вы нафиг. Нихера он добрым деньги хочет дать. Подожди, еще раз скажи. Знаешь, сколько, блядь, за твою ламбу нахуй придумали? Сколько? 2 миллиарда нахуй. Я сказал, пошел нахуй, блядь. 2 hours later. Ля, брат, походу пришлось расстаться с ламбой. Ля, посмотрите, пацаны, что стоит на БУ. Всего лишь за 70 тысяч. Ну, почти ФТ, оно пойдет. Так, пацаны, как вы поняли, мы приехали в тюнинг SF и будем сейчас делать наш банан, хотя он выглядит очень охуенно, даже в таком вот стиле. А, карбончик, антихром, shadow line, вся херня, как это называется. Вот, но выглядит очень охеренно, но я всегда мечтал о банане универсале. Я почти один раз его купил на хаме за 150, но не купил, как вы видели. Вот, у меня есть 1053 кристалла, нам должно этого хватить. Можно взять за 200 кредитов с хромом, а можно за 300 без хрома. Конечно же, берем без хрома. Передние крылья, это нам не надо, задние крылья, универсал по 400, пиздец, да, стоит. Почему задняя левая дверь стоит 1200, а задняя правая дверь стоит 120 кредитов? Ладно, упущу этот момент. Раздал нахуй 4000 кредитов, чтобы сейчас не хватило. Охуеть. Блин, панорамы нет, окей. Багажник норм. Но в принципе, выглядит неплохо, если не смотреть. Конечно, можно было сделать антихором, но не смотреть тогда на правую сторону. Ладно, пойдет. Давайте еще покрасим на 8000. Заебись. Ну что, пацаны, а сейчас у нас осталось незавершенное дело на гаражах. Как вы прекрасно помните, открывали мы все гаражи, кроме одного. И я думаю, пора исправить этот момент. Так, для нашей сегодняшней затеи надо снять все деньги, то есть 500 тысяч. Отправляемся на гаражи. Сегодня вторник, но уже такая большая суета на гаражах. Я надеюсь, сейчас будет прям первый синий. Я открываю, и выпадет хотя бы кулинан. Будет, конечно, обидно, если мне сразу выпадет Авентадор, и это минус 200 тысяч на ровном месте. И будет очень смешно, если выпадет Порш. Попытка номер 2. Сейчас перебьет. Пизда просто, блядь. А я набью цену, блядь. И похер, я даже перезайду. Такая вот я мразь. Ну перебивай. Ну все, 25 тысяч сверху накинули, заебись. Блять, их никто никогда не открывал, эти синие кейсы. Почему? Почему я хочу открыть и смотаться отсюда нахер? Уже второй день открываю. Вчера вообще за 600 тысяч открывали. 530, 550, 600, камон. Да, их открывали по 600, как только кейс вышел. Но не сейчас, блять. Я 100% знаю, что здесь Авентадор, но челлендж есть челлендж. Как бы, ладно. Авентадор так Авентадор. Блять, ну я все, в принципе, знал. Да. Все, в принципе, ачивку мы выполнили. Авторитет пидорас. Все. Пацаны, смотрите, как обдурить перекупов. Заезжаем на универсале CLS, убираем, стоим пару секунд. И типа мы продали CLS. Они сразу бегут на БУ. Блять, как я угораю. А мы потом такой оп, сюда и на базу. Ну что, пацаны, сейчас мы раздадим деньги всех, кого я знал, либо мои знакомые, которые мне как-то помогали, либо просто я с ними долго хорошо играл, либо просто рандомным подписчикам. Как это было, смотрите сейчас. Короче, в одной из прошлых серий Сталкер вместе с Джинином, я, если честно, не знаю, кто там был главный, но Сталкер мне подарил вот этот прекраснейший гитар, которым я еще мечтал с ОБТ. Жалко, что он у меня появился недавно, я... На нем накатал вообще херню КМ. Сейчас скажу сколько. Ну, типа 1500 КМ, 1300, если быть точным. Он мне очень нравится. Я бы очень с ним не хотел расставаться. А и что ему даришь? Ну, как бы не ему, а тебе, а ему чисто было прикрытие. Вот. Поэтому ГТР. Блять. Штрафы, подожди.
Оплатить. 550, нихера, я вчера нагонял. На базу, скип, назад, погнали. ГТР, окей, готов к обмену. Это тебе. Кого? С дуба упал? Да нет, с березы. 1-1, да. Обмен имуществом. Бля, выйди нахуй. Бля, я последний писюн отдаю, сука. Дай мне дигл. Не, дай мне дигл. А был бы он у него. У меня два есть с моей стрельбой. Стоп, добавить. Давай. Ставь. Блядь, это не я, это этот. Сука. А я могу на ручник встать тогда нормально. А, ну или так. Ты всегда на ручнику стоишь, блядь. Хочешь эти цветы? Ух ты ж, спасибо, а за что? Просто. Нихуя себе. Это за чё так? Это я за... бы на том месте всё Талибасу отдал вообще. Я их просто заебался продавать. Давай Ирию подарю. Стоп, у тебя реально тут дом? Ну не тут, а вот тут. Бля, если бы он слетел, Дима бы его поймал. Так это его есть. Это же тот, который я ловил, блядь. Короче, забрать баланс. Что ты меня бьёшь, дура? О, круто. Разоры Рамоны. Вот это понял, я спустя год отдаю тебе штраф твой. Точняк, ёпта. Ебать. Я уже забыл. Конечно, там больше должно быть. А если ты мог бы проебать, знаешь, как вообще проебать бабки нормально? Давай. Сам нам все тачки в клане покрасить. Пиздец, а чё ты сразу вам всем, блядь? Я... У меня интереснее идеи, блядь. Бля, и чё мне с этим домом делать? Пиздец, охуенно. Спасибо. Охуел. Спасибо. Всё. Да, блядь, ну и чё мне с ним делать теперь? Ну все, теперь это. Сука, твой. Ненавижу людей. Ненавижу эти дома. Блять, ему ж на 40 отдал, не на 32. Блять, поехали поменяем. Да, похуй, я и этому рад. Да не, поехали поменяем. Не-не, на 30 поехали. Не-не-не. И у меня просто гениальная идея слить его в гости переехать, чтобы кто первый купит, понимаешь? Ночью. 1 миллион у меня осталось. $10. О, типа, поздравляю, теперь у тебя есть дом. В смысле, напротив моих? Вот. Напротив твоих. Сука. Если что, у меня тут 3 дома. Будет сейчас. Блять. О, крутяк, у меня дом рядом. $228. Ебать. О, какие люди. Аркаша стоит. Че, в газе, блять? Выйди, выйди. Да-да-да, вот эта хуйня, что-то с этого все орнули. А? Еще раз. Выйди, говорю, блядь. Ау. Чё ты хочешь-то? Говорю, выйди давай. Зачем? Ну выйди. Чё ты хочешь? Прими. А то что-то он у меня обиженный какой-то. Зачем? Просто подгон братский. Ебать ты подогнать решил, но. С чего бы это? Просто. А ствол есть? О. Да. Ну так, чисто щегольский. Подрюбку ещё дописать, но... Есть такое. Не, реально. Это так, на бензин, чтобы елик не ломался еще. Ты что, ты типа съебываешь с проекта, решил бабки всем раздать? Да. Ладно, я конфискую. Садись давай. Да. Короче, мне тут написал Алекс Бонд. Привет, спасибо за видосы тебе. Ну. От души. Пошли ему 1000 скинем. 20 тысяч, на, держи, братишка. Подтвердить. Эван, я тебя люблю, ты лучший. Ты самый лучший. Фах ты, блять. Очень жалко. Давай еще раз. Попасть бы. Давай, давай. Давайте мне слайд шоу. Ты, конечно, фигня. Да-да-да. А что мы тут стоим? Ой, а что надо? А ты что, все бабки въебал или что? Или уже поднял? Ну, налик весь. Что ты, блядь? Вот так, а за... Убийцу будешь? Нихуя себе это, за что мне это? Не, давай дигла. За то, что, получается, он мне в 10 подарил, ну, в принципе, добро, конечно же, должно возвращаться. Не, у меня вот еще. О, давай, ты уже хотел бомбить, что 2 патрона, блядь. Добро должно возвращаться, поэтому он мне дарил F10, я ему благодарен, покатался, я ему вернул, можно сказать, часть денег. Нихуя себе, спасибо. Ебать, сколько эти? 2 недели, да? Что? Не могли встретиться. Да, 2-3, я не знаю сколько. Если ты, блядь, уйдешь с Радмира, я приеду к тебе в область и набью тебе ебало. Ой. Дать мани подписчику, ну давай я тебе дам. Нихуя себе.
Раздача на полдня. Давай дам 20 тысяч. Потом следующий. Да не, давай дигла. Ладно, канистра подойдет. Все, пацаны, будете чекать себе. Тушить за 20 тысяч. Также после всех этих действий у меня оставалось около 500 тысяч, и я решил провести конкурс на 3 места по 100 тысяч долларов. Это вы уже увидели в отдельном видосе. Поэтому давайте подведем итоги и раздадим деньги победителям. Ну что, пацаны, на календаре 9 ноября, это означает то, что уже прошла ровно неделя с того момента, как я начал конкурс на Радмире на 300 тысяч долларов. К сожалению, участников не так уж и много. Ну, для участников это хорошо, но для меня это плохо. Ведь пост собрал почти 2000 просмотров, и всего лишь 57 человек решили поучаствовать в этом конкурсе. Ну да ладно, если кто-то не хочет заработать халявную соточку, то флаг им в руки, как говорится. Значит, что мы берем? Мы берем, копируем ссылочку на этот пост и заходим в программу по рандому. В данном случае я буду использовать рандомайзер. Наименование приза 100 тысяч долларов. Репосты, количество призов 3, применить. И давайте определим победителя. Что-то очень быстро. Очень. Значит, это у нас какой-то чего? Непонятный чел. Дима Стукан и Влад Антипов. Значит, первый победитель — это Влад Антипов. Репост есть. Так, давайте найдем его комментарий. Вот и нашел 2 ноября в 15:35. Это ДД Влад Рус ББ. Это наш первый победитель. Второй победитель — это Дима Стукан. Тоже вполне, ну, его личная страничка. Репост вижу. Дима Стукан. Я только что видел комментарий. 3 ноября. Тия Агони. Ну, а последний победитель, ну, если честно, не хочется давать просто нулячим страничкам, как бы, призы, хотя, да, он репост, он все условия выполнил, но, камон, типа, ну, это видно сразу, что эта страничка сделана, типа, для участия в конкурсе, поэтому, вообще, похуй, перед кем я отчитываюсь, блять, мои деньги кому хочу, тому и дарю. Артём Липитан, сейчас тупо такая, блять, тупо такая же страничка, чё за херня? Владимир Романов, 100 тысяч долларов. Это, наверное, крайний победитель будет. Так, ну, полностью живая страничка, по ней видно. И ищем его комментарий. Сегодня в 7:57. Ну, Трембли, тогда поздравляю тебя с победой. Так, пацаны, приехал наш первый победитель. Это Трембли. Добавить деньги. 100 тысяч. Совершаете сделку? Да, совершаю. Поздравляю. Пацаны наяривают последний раз, наверное. Легенда все-таки. А я стою как памятник по центру, блин. Ну что, пацаны, у нас второй победитель — это Тиви Агони. Значит, что обмен имуществом. Спасибо. Добавить деньги. 100 тысяч. Надо что-то положить, но не примется тогда. Бит, спасибо. Нахуй нам не надо. Поздравляю. Третий победитель — это Влад Русб. Вот. И ему мы будем тоже передавать 100 тысяч. Значит, кидаем ему обмен имуществом. И чё? И закинем ему цветок. Подтверждаем. И чё так всё дёргается? Всё. Поздравляю. Итак, пацаны, осталось последнее незавершённое дело. Ну что, пацаны, не каждый знает, где находится это место, но некоторые шарят. Мы находимся, правильно, мы находимся на аукционе. И что мы здесь будем делать? Короче, у меня есть номера, которые легендарные. Вот есть номер с Хурика, есть номер, который я прикупил, есть номер с Геттера и есть номер Эван. Все номера, в принципе, очень офигенные. И, ну, они, бля, ну, это память, я бы сохранил их. Но, с одной стороны, почему бы их не поставить на аукцион? Как вы видите, на этом аукционе сейчас находятся только номерные знаки. Иногда здесь есть и бизнесы, и дома, но сейчас нету здесь этого ничего. Именно поэтому давайте запихнем. А, у меня еще дом есть, ебать. Это лот. Стоимость создать 5000. И давайте создадим на номер, на вот этот. От рубля. Стоимость лота не может быть меньше гос. Серьезно, блять. Сколько гос? 15? И в самом низу? Ебать. Ну что, пацаны, получается, вот я выложил свои номера. АВ, АВ, АВ. Всем, кто свинится, хотя мне мало, кстати, свинится смотрят. Вот, можете, в принципе, прийти. Конечно, вот эти могут долго разыгрываться, и половина сможет уже уйти. Но я надеюсь, что все успеют и посмотрят, и выкупят эти номера. Не знаю, если у меня еще останутся деньги, то я еще накину бабок тем, кто купил мои номера. А, еще забыл сказать, что аукцион работает только в пятницу и только после гаражей, то есть в 7 часов по МСК.
Ну, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот большой, крупный, сочный видос получился. Я надеюсь, тебе он понравился. Обязательно поддержи его лайкосом. Напиши любой комментарий. Также не забудь отметиться в комментариях. Все читаю, все смотрю, все лайкаю. Не забывай, 100 лайков, и прям сегодня выходит вторая часть, где мы будем дарить Бунди Хуракан. Либо же на ближайших днях. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эв. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.